В настоящее время в Алматинской области насчитывается более 10 тысяч учащихся школ социально незащищенных и малообеспеченных семей. Впервые в Казахстане мы организуем благотворительную акцию, в рамках которой я ежедневно буду проходить дистанции полуайронмена в течение одной недели. Образовательный центр Big One занимается раскрытием человеческого потенциала и подготовкой молодых конкурентоспособных специалистов. Собранные финансовые средства будут направлены на приобретение школьных принадлежностей, одежды и спортивного инвентаря. С вашей помощью у детей будет шанс на светлое будущее.